на мой взгляд, вся эта история с допингом – это часть очень большой, хорошо спланированной операции. И основная, а конечная цель – это забрать чемпионат мира по футболу. То есть это главная цель, не Олимпиада. Олимпиада – это часть этой игры. И, собственно, у меня ощущение, что началось это тогда, когда было, так сказать, фактически отстранено руководство ФИФА, УЕФА, там Блаттер, Платини, судебные процессы. То есть тогда, мне кажется, уже этот план начал действовать. Потом все мельдони, допинги и прочее. Понятно, Олимпиада – это... Но нужно создать образ России как такого злостного члена сообщества, который не соблюдает никаких правил. В общем, и вот, собственно, сейчас в процессе отстранения нашей сборной фактически от Олимпиады вот этот образ создан. Кстати, совершенно логично, что они полностью не отстранили. Это тоже логично. Это у нас, так сказать, я слышал какие-то такие радостные, поэтому я ничего радостного здесь не вижу. Это правильно, что они не отстранили, потому что если бы они сейчас целиком Россию отстранили от Олимпиады, они бы резко понизили уровень Олимпиады, потому что Россия одна из, так сказать, важнейших спортивных держав, и понятно, что не участие России... Это, конечно, Олимпиаду сильно бы, так сказать, принизило ее.